Ольга, рада приветствовать тебя в Минске. Да, даже взаимно. Мне очень понравилось ваш воздух, ваша экология уже сразу. Приятная встреча. Вот, буду рада продуктивно поработать. Самой очень интересно. Давай с тобой сейчас поговорим на тему по практике АЕМ. Да, давай. Для меня она совсем новая. Я раньше с ней не сталкивалась. И я думаю, что не только мне будет интересно, но и другим людям будет интересно там, получить ответы на вопросы, которые есть. Да? Кто является автором этой техники и на каких принципах она базируется? Автор Дмитрий Ещенко. Человек, который когда-то в Россию привез технику Rapid Personal Transformation, РПТ, которую тоже я преподаю, обучаю. И она базируется на очень простых и естественных принципах. Принцип общего целого, всего целостности, всей общей целостности. И я бы сказала, такой соединенности макро и микромира. Это принцип единства, единства всего со всем. Это принцип непривязанности к результатам, которых мы ожидаем и очень сильно хотим, чтобы это было в нашей жизни. Ну, например, да, мы все чего-то хотим, и это тоже это хорошо, это нормально. Но вопрос достижения вот этого результата, он может быть неоднозначным, да, вот согласись, иногда мы видим совершенно определенный путь, который приведет нас к реализации того или иного там, потенциала, который мы хотим привлечь в свою жизнь. Но мы-то видим только некую свою дорогу, и мы ограничены, скажем, нашим личным индивидуальным восприятием. И мы не знаем, как на самом-то деле вот, прийти из этой точки А в эту точку Б, и как это будет на самом деле для нас оптимально, экологично, безопасно. И когда мы исходим из наших ментальных каких-то образов, суждений, ожиданий, то не всегда это получается гармонично. Иногда, да, мы можем даже достигать того, чего хотим, но по итогу это тоже не гарантирует нам какого-то, какого-то результата, который нас будет радовать. И очень часто бывают такие эмоциональные откаты из-за того, что, достиг, а энергии-то в этом нет, ты не получил того, чего ожидал вот на уровне эмоционального какого-то освобождения или чего-то еще. И это как раз пример того, когда мы действуем, исходя из такого нашего человеческого, иногда достаточно замусоренного восприятия жизни. Так вот, техника АЭМ – это про большую гармоничность вот меня, моего желания, и мира в целом. А когда есть вот у меня и мира, у меня с миром такая связь, то, в общем-то, достигать желаемого мне будет проще, безопаснее, и так далее. То есть это вот про некий мой контакт с миром и получение желаемого более таким и быстрым, и мягким способом. И это касается всего, собственно, любого аспекта жизни. А вот, например, какие заболевания, нарушения, патологии можно, вот если брать здоровье, исцелить с помощью этой техники? Есть примеры, когда я сама работала с повышенным давлением моей мамы, например, и оно нормализовывалось. Есть примеры, когда у людей уходили ко мне, и это проходило достаточно безболезненно, то есть отменялись операции. Человек на рубеже вот стоит вот этим, вот он уже находится в больнице, и врачи предлагают вот этот метод, потому что боли сильные, выхода нет, что называется, другого. Применение этой техники вот в такой момент, оно принесло как раз вот избавление от камней достаточно быстро, мягко, безопасно. И в руках врачей, кстати, когда эта техника работает, она очень результативна, это правда.
Почему? Потому что врач видит систему организма очень целостно, в таком неком единстве, с пониманием всех процессов, которые происходят. Поэтому, имея в руках вот этот инструмент, врачам очень, скажем, они имеют хорошие результаты в своей практике с клиентами. А сколько по времени занимает работа, вот если взять, и как много сеансов, например, надо провести с клиентом, чтобы достичь результата? Ты знаешь, очень по ситуации. Иногда достаточно просто одного сеанса, назовем это так, и который будет занимать 15 минут, 10 минут, иногда 20 минут. Иногда это некие циклы, особенно если мы говорим о соматике, о каком-то заболевании, которое уже достаточно устойчивое, да, человек с ним живет с детства, допустим, или оно включилось недавно и набирало обороты, но мы об этом этого не замечали. Да? Мы же склонны не замечать того, что с нами происходит. И начинаем замечать, когда нам что-то уже не нравится. Так вот, в таком случае вот все-таки здесь несколько подходов, когда мы управляем ситуацией, когда мы наблюдаем, когда организм, мы даем время организму как-то сонастроиться, да, снова давать нам обратную связь. И наблюдая вот так в таком в единстве с организмом уже, мы можем за несколько сеансов тоже достаточно серьезно изменить ситуацию, ну, вот в том примере даже, который я привела с камнями в почках. Вот если подробнее, что именно происходит во время сеанса? Как работает и что чувствует целитель, пациент? Что происходит? Какое действие? Что происходит? Ну, во время работы терапевт, целитель, мы можем по-разному, процессор, да, вот процессор техники АМ, он выполняет определенные не манипуляции, действия, причем, вот сразу скажу про экологию, мы не грузим какими-то энергиями друг друга, да, и мы не, потому что это не всегда на самом деле экологично, и не всегда это безопасно, и мы здесь не работаем какими-то установками, убеждениями. Терапевт во время практики своей настраивается на клиента, на его проблему, запрос. Она может касаться бытовой проблемы, денежной проблемы, проблемы отношений или здоровья, или это может быть даже проблема его животного, да, такое тоже допустимо и прекрасно работает. И с этой проблемой мы начинаем, понимая ее суть, уже услышав от клиента, мы делаем определенные, ну, технику, да, их несколько, они очень простые, и в чем одно из преимуществ основных этой практики, тем, что это очень простые процессы, очень естественные, которые применимы вообще к любому аспекту жизни. Вот, поэтому, отвечая на твой вопрос, что происходит? Ну, происходит работа с тем контекстом, который актуален для клиента, для пациента. И дальше техника выполняется терапевтом. Мы наблюдаем, что происходит с человеком. Часто меняется состояние эмоционально или приходят озарения какие-то. И человек вдруг, вот так вот легко находит какое-то решение. То есть техника, она разнопланово работает и на уровне физического тела, на уровне ментального, на уровне эмоций, чувств. Вот. И мы здесь даже заранее, я не могу предсказать некий определенный результат, как для клиента, ну, например, для тебя, да, вот для тебя это сработает так, я не знаю. Более того, я не знаю, как это повернется, да. С точки зрения безопасности, да, это безопасно, потому что человек в свои изменения, и пойдет он в те изменения, на которые готов. Вот. И в этом смысле мы здесь не нагромождаем, не грузим, не лечим тем, что человек не готов еще взять.
усвоить, взять или, в принципе, с таким подходом не согласен. Вот, поэтому, исходя из принципа гармонизации, человек берет те, ну, скажем, аспекты исцеления, на которые его тело готово или он сам в той или иной мере. Скажи, пожалуйста, в каких случаях техника АЭМ не подействует? Вот даже и отвечая на этот вопрос, и продолжая, эта техника, она еще про доверие большему, высшему. И мы как только, возможно, проводники, да, как не проводники каких-то, опять-таки, энергий, нет. Мы все на самом деле имеем, каждый человек имеет изначальные целительские способности, просто потому что мы живые люди. Другой вопрос, что мы не знаем о таком доступе, да, о своем собственном. Вот. А вот эта техника как раз помогает научиться быть целителем самому для себя, ну, как минимум. Это даже и не минимум, в общем-то, да, как посмотреть. Ну, и если есть задача, конечно, работать с кем-то, то тоже, да. И для кого она может быть не полезной или с кем она может не поработать, ну, честно, не знаю. Наверное, для... Не знаю, потому что мы не беремся... Ну вот давайте так отвечу, а вот таким примером, приведу такой пример, и, наверное, вот, может быть, вот как-то это раскроет, будет ответ на твой вопрос. Я на даче работала с кошкой. Работала я с кошкой маминой, у которой было искаженное, скажем, туалетное поведение. Да? Кошка перенесла несколько стрессов, в том числе разлуку с хозяевами, переезд. И так как дело было на даче, в общем, моя мама столкнулась с тем, что кошка ходила в туалет везде просто. Ну, вы понимаете все, да, что в условиях дачи еще как-то здесь это возможно. Стирать, сушить и так далее, постельное белье, одеяло. Но в условиях там квартиры, и вот у мамы моей встал вопрос переживания о том, что она будет делать с этим вообще дома, да, в каких-то городских условиях в Петербурге. Вот, и я ей предложила, хочешь, поработаю с кошкой? Причем с животными я не работала, я только вот недавно, собственно, сама тогда познакомилась, ну, сравнительно с техникой. И она говорит, ну, давай, делай, что хочешь, в общем, давай, попробуем. И ровно 10 минут, а вы понимаете, да, что кошка сама-то ко мне не обратилась, не промяукала ничего, не предложила поработать и не пожаловалась. Да, тоже к вопросу с кем, кто может ли с чем-то работать, эта техника, например, без запроса. Вот у кошки запроса прямого не было, а у хозяйки был. И, в общем, ровно, вы не поверите, я не знаю, да, но ровно вот со следующего утра кошка все свои дела делала вот в свой лоток, и совершенно, ну просто как переключили программу, это правда, как выключили. Мама до сих пор, в общем, радуется кошке, причем она, по-моему, даже уже забыла, что в каком-то смысле это я помогла, правда. Это как-то смешно, потому что она говорит, ну какая ты, Ася, умная у нас, да, какая ты молодец. Вот, и да, и это дело было на даче, в общем, там в группе интернет пространства, относящегося к этой даче, тоже хозяева спросили, нет ли ветеринара, потому что кот отравился, ну, какими-то, видимо, для мышей разложенными какими-то препаратами. И, ну, просто я позвонила и сказала, ну, я же знаю, какой у меня инструмент в руках есть, да, и опять-таки ничего не обещая, я сказала, ну, хотите, я поработаю дистанционно, удаленно, там, да, вы недалеко, но чтобы не встречаться, я не ветеринар, я вот только могу вот на уровне биоинформационных каких-то вот таких вещей поработать. Вот, и, ну, хозяин говорит, ну да, давайте, нам уже все равно, потому что кот вообще лапки свесил, он почти не дышит просто. И вот пока он просто держал этого кота у себя на руках, да, я чуть-чуть тоже поработала с ним,
И после этого он мне сказал, знаете, он задышал нормально, потом свернулся клубочком, заснул, как обычно заснул, да, и в общем, и ему, ну, видно, по ощущениям хозяев, это уже по-другому, да. Как потом развивалась ситуация, я не знаю, знаю только, что к ним дошел ветеринар все-таки, коту стало в итоге легче, его прокапали, вероятно, и как тут понять, кто сработал? Может быть, я, и в том даже смысле, что нашелся ветеринар, да, то есть как-то гармонизировалось пространство. А может быть, техника сама по себе, и ему уже, ну, эти капельницы, ну, так, уже так, просто дополнить какую-то терапию. Вот, поэтому, отвечая, опять-таки, может быть, долго, но на вопрос, для кого она не может работать, я не знаю. Я не знаю, как это работает на уровне взаимодействия очень многих вещей. И в этом смысле искать причину и устанавливать, в результате чего что произошло, да, достаточно трудно. Другой вопрос, если действительно клиент передо мной находится, и он не может давать обратную связь, и я вижу по телу, например, что с ним происходит, или по его жизни, да, было там столько денег, и так он работал со своими клиентами, а сейчас это по-другому, да, потому что и он по-другому проживает свою жизнь, и люди к нему потянулись, и продукт он какой-то другой придумал, модернизировал или еще что-то. И одно цепляется за другое, связывается, но изначальной точкой, наверное, можно считать, что была наша встреча, например. Поэтому вот, вот таков мой будет ответ. Смотри, с какими практиками, есть же много целителей, угу, которые владеют, кто-то там энерготерапевт, рейкисты, космоэнергеты и так далее. С какими практиками наиболее лучше, может быть, качественнее, а может вообще в принципе сочетается ли? Ты знаешь, по моим ощущениям, можно, может сочетаться с разными практиками. Потому что и также быть самой по себе целостной и самодостаточной. Я работаю, применяя АМ иногда в контексте, в работе с РПТ, иногда как дополнительно. Иногда у человека есть непосредственно запрос на РПТ. Я хочу сессию РПТ или научите меня РПТ. Иногда применяю с метафорическими картами, потому что это карты сами по себе прекрасный доступ в точку травмы, в точку какой-то нересурсной ситуации. Точно так же, как и отдельно, как самодостаточный инструмент тоже вполне работает. Сам по себе, это вот все примеры, которые приведены, это вот про это. Поэтому самое главное, что сочетается с жизнью, да, а так отлично может сочетаться с расстановками, с песочной терапией, с работой с детьми, с животными, неважно, потому что каждый из нас, он потенциально это целитель, мы целители, вопрос, чем мы можем пользоваться, мы знаем про себя это или нет. Вот эта практика, эта техника, она предлагает познакомиться вот с такой частью себя. Угу. Смотри, большинство целительских практик требует соблюдения техники безопасности. Какой-то, да, какие-то правила, да, все-таки устанавливаются. А в АЕМ есть какие-то ограничения или правила? Ну, наверное, классическое ограничение – это стабильное психическое состояние. Это касается всех практик, наверное, да, ну, по крайней мере, те, которыми я занимаюсь, я придерживаюсь такого принципа, такого подхода. А так мы обучаем, ну, обучить здесь это громко сказано, да, мы на тренинге проживаем эти моменты, когда, которые дают некую безопасность, не некую, а, в общем-то, да, условную, безусловную. Вот. И они тоже достаточно просты, как и сама практика. Ничего сверх чего-то такого нет, но базовые вещи мы проговариваем и учимся чувствовать то состояние, которое дает нам и доступ к своему вот этому целительству, целительскому состоянию и доступ к клиенту. Ну и, наверное, последний вопрос такой. Проводились ли какие-то клинические исследования, где бы участвовала эта техника? Угу. Я скажу, что эта техника сравнительно молода.
Но у нее есть уже много, ну, условно, конечно, но людей, которые практикуют и которым нравится. И среди них есть врачи, которые тоже вот как раз им с профессиональной точки зрения интересен вот такой подход. Поэтому я скажу, что это проводится такая работа сейчас, и это правда интересно будет мне тоже вот увидеть некую статистику, понимание, ну, некую вот такую картинку. Это интересно, и это, да, в этом мы это все рассматриваем, изучаем и собираем отзывы с наших клиентов, пациентов. Так что это все в рабочем режиме происходит. Спасибо большое за интервью. Во всяком случае, с техникой ЭГМ становится нам все яснее. Я очень рада. Да, я очень рада. Приходите на тренинг, будет не только ясность. Ясность появится, и у вас появится огромное поле для деятельности, потенциал, да, развернете свой и научитесь применять это. Здорово. Спасибо.